они приходят тоже мне на выручку. Они как-то объединены какими-то общими интересами и устремлениями. Тогда, если взять подростковую литературу классическую, например, американскую, да, мы видим совершенно другую картину, хотя бы с Сэллинджером, где обсушенная девочка с Венеры, мальчик с Марса, объединяет это абсолютно эротическое чувство, которое уж потом зато может быть хорошим. Ну, у Сэллинджера, да, у Сэллинджера, да, у Хартерли, например, нет. Тут, конечно, я последний человек, который стал бы цитировать Сергея Михалкова, да, но, конечно, стихотворение «Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил», как товарищ, как знакомый, как приятель, он не раз провожал ее до дома, до калитки в поздний час. Очень часто с ней вместе он ходил на стадион, и они, как о невесте, никогда не думали. Но родители, мещане, говорили так про них: «Поглядите, к нашей Тане стал захаживать жених». Дальше продолжаются вот эти шуточки про тили-тили-тесто, окончается тем, что дружба умерла. Умерла от плоских шуток, злых смешков и шепотков, от мещанских прибауток, дураков и кошельков. Да, действительно. Вот такого не было. В Советском Союзе, значит, это момент, который следовал к ней совершенно отдельно, и ничего никуда не должно было, никаких сообщающих сосудов. От дружбы к любви тут могло и не быть, или даже не могло быть. Мне хочется сразу три текста на этом месте вспомнить. Первый текст – это «Как закалялась сталь Островского», где, как мы помним, значит, Павел Корчагин, путешествуя с Ритой Устинович, испытывает к ней безусловное влечение. Для него Рита была неприкосновенной. Это был его друг и товарищ по цели. Его полудруг, и все равно она была женщина. Он это впервые ощутил у моста, и вот почему он так волнует ее объять. Значит, он подавляет в себе это нетоварищеское чувство, и они разъезжаются, она даже некоторое время думает, что он погиб, потом они встречаются снова, и между ними происходит такой примечательный разговор, полный, возможно, много пикировок, намеков и, наконец, прямых вопросов. Остается пожалеть Павел. Этот разговор происходит через 3 года после того, как он должен был произойти. Сказала Рита, улыбаясь в каком-то разуме. Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищ? Нет, Павел, мог стать и больше. Это можно исправить. Немного поздно, товарищ Павел. Рита улыбнулась в свои шутки и объяснила: у меня крошечная дочурка, у нее есть отец, большой приятель. Мы все втроем дружим. И трио это пока не разрывно. Тут каждое слово значит. Да. И пока, и дружим, и большой приятель. И понятно, что это такое на самом деле аналог какого-то любовного объяснения в куртуазном обществе с помощью там цветов и цветочного флирта. Но при этом Павел Корчагин здесь говорит, что, конечно, хотя ему очень больно это слышать, он приобрел больше, чем потерял. Он приобрел человека, про которого он знал, что между ними могло что-то быть, которому он искренне рад новой встрече. В общем, это все переводится в такой позитивный созидательный мусс. А так, действительно, мы понимаем, что он просто как бы не селился в то время, когда надо было, и упустил свое счастье, и она вышла замуж за другого. Там сказано, что у нее уже было 2 мужчин, а он, конечно, был совершенно неопытен, все время текст не говорит. Маяк. Центральная подстанция страны. Медицинская бригада отряда «Центра Спас».
Еще двух фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали в Оренбургской области. Они подозреваются в нелегальном сбытии алкоголя, из-за чего погибли несколько человек, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Ранее сегодня суд Курска отправил под стражу местного жителя, который также обвиняется по этому делу. По версии следствия, с 1 по 8 октября они хранили и продавали спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителей алкоголя, которые пользовались спросом у населения. Сообщение об отравлении контрафактом алкоголем в Оренбургской области начали поступать 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства. Было изъято около 3000 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено 6 уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны 10 человек, 8 из них заключены под стражу. По последним данным властей региона, 64 человека обратились за медицинской помощью. 32 из них скончались. Охренеть. Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак. Водитель «Майбаха», который вез Собчак, признал свою вину, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на прокуратуру. Водитель, сотрудник элитной службы такси, машины, которую направлял, была взята в аренду. По словам очевидцев, на трассе между Адлером и Красной Поляной водитель пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Фольксвагеном», который отскочил в автобус. Как сообщил источник «Интерфакса», в «Фольксвагене» находились 3 человека. Один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии. В свою очередь в полиции уточнили, что в результате ДТП погиб один человек, девушка-пассажир. Сама Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что уже находится дома. У нее сотрясение мозга и многочисленные травмы, ушибы внутренних органов. Федеральная система учета успеваемости всех школьников должна появиться в России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя выступление одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о частой смене таких систем, министр заявил, цитата, что определенный зоопарк и эта сменяемость должны прекратиться. Кравцов подчеркнул, что главным отличием государственной системы являются строгие требования, которые к ней предъявляются, в частности, должна быть минимизирована утечка данных, пояснил глава Минпросвещения. Погода на центрах области: в Петербурге завтра без осадков, плюс 10-12, в Москве в понедельник также без осадков, ночью около 0 и днем 11-13.